Итак, заканчиваем клеить крышу на автомобиле Каптюр. Видите, проклеили первый слой вибропласта. Все, тщательно прокатали валиком. Ну, приступили клеить второй слой шумопоглотителя. Также проклеили двери первым слоем. Ну, внешняя сторона металла. В этой программе двери будут клеиться 4 слоя. Передние двери проклеили вторым слоем шумопоглотителя. Ну, по правую сторону нанесли уже третий слой на внутреннюю часть металла двери вибропласт. Смотрим дальше.